И где, скажи мне, тебя носит? Ха! Теперь попался, мерзавец! Просто недоразумение, ни о чем... Ваш хозяин пригрел преступника! Он среди бела дня ограбил мой дом и украл часы! Неужели? Ну что ж, думаю, полиция вполне охотно разберется с этим. Чем, Оливье? Юношу обвиняют в серьезном проступке. Он обокрал нас! Ха. Обокрал вас? Подожди в библиотеке. И не надо так смотреть. Виктор передергивает в карты, это все знают. Арно, с кем говоришь? Ни с кем, месье. Я убедил Оливье не вмешивать в произошедшие власти. Опять. Благодарю, месье. Это который? Шестой раз? Седьмой? Выбрал бы ты лучше иной вид досуга. Ну, игра в карты позволяет мне бывать на свежем воздухе и тренироваться. Обсудим это позже. У меня дела в городе, но сперва мне нужно забрать Элизу. Элиза здесь? На одну ночь. Утром она вернется в Париж. Ей нужен спутник, раз уж вы так сильно заняты. И от одного из вас хватает хлопот. Может быть, Оливье найдет тебе поручение? Наверняка. Что-что? Кланяйтесь Элизе. Il n'a plus toute sa tête. Тебя еще не вышвырнули? А тебе было бы так жаль, да? Прямо до слез. Оливье, если бы не я, кто бы делал твою работу? Лошадей нужно почистить. Вперед. Конечно, месье. Эй! О, Боже мой! О, Боже мой! В чем дело, друг мой? Письмо Делассеру! Срочное! Успокойтесь, Перро! Если вы упадете без сил, месье Делассер письма не получит. Дайте, я догоню. Надо отдать сегодня, это очень... Очень важно, я прекрасно все понял. Я передам письмо.
месье де Лассер! Стойте! Извини, друг. Придется кругом. Подождите! Или поверху. Что-что? Остановитесь! Как я погляжу, игра в наперстке в муте в этом сезоне. Да кто у них возницей? Белок? Стойте! Месье де Лассе! Обознался. Простите. Хорошо бы взглянуть на все с высоты. Так вот вы где.
В очередь. Что-то не так. Думаю, это не так важно. Очередь. Thank you.
ты представляешь? Да все, кем ты гуд. Же ты шутка, же ты. Отошел в небытие, я не колеблюсь, принял решение возобновить традицию, которую государство может подчеркнуть новые силы, а народ... Да куда они делись? Государственный дух уже весьма внушительный по моему вступлению на престол. Но дорогостоящая война. Сие неизбежно привело к увеличению налогов. Было распределение этого пункта. Массовое беспокойство. Завладели умами. И в результате совершенно исказили общественное мнение. И теперь исправить положение можно лишь совместно, чему должны помочь ваша умеренность и мудрость. Снова они, наверное, шли именно за мной от поместья. Именно с уверенностью, что вы на это способны, господа, я и собрал вас здесь сегодня. И мои чаяния уже оправдались. Когда первые два сословия добровольно отказались от своих денежных кредитов. Но все три сословия в полном согласии будут готовы мне содействовать в трудах на благо государства. И что эти надежды не будут ими обмануты. Мною уже отданы распоряжения существенно сократить государственные расходы. И я с охотой так, кто же придет на его место? Еще король? Совет способных людей? В этом весь вопрос, верно? Итак, мир. И о чем это они? Тихо! А нельзя ли как-нибудь обойтись без насилия? Врежь ему, Гюго! Но, видимо, нет. Давай, Гюго! Полегче, приятель! Везет тебе сегодня, да, Виктор? Открывайте дверь! Удачи, господа! Эй, ты! Стой! Ты что делаешь? Бегу! Подлец!
Так туда не пробраться. Пожалуй, придется ждать их дома.